Городок Экспо будет строить американская компания. Глава государства одобрил их архитектурный эскиз. На совещании по вопросам подготовки и проведения выставки перед президентом отчитались премьер-министр Серик Ахметов, министр охраны окружающей среды Нурлан Капаров и глава нацкомпании «Астана Экспо-2017» Талгат Ермегияев. Президент посоветовал им быть креативными в рекламе выставки, использовать не только СМИ, но также интернет и социальные сети. Такая реклама, по мнению главы государства, более эффективна и к тому же малозатратна. В очередной раз он поднял и вопрос о последующем использовании выставочных павильонов. Выставка не должна быть убыточной, я с первых дней говорю. И важнейшим вопросом остается послевыставочное использование всех помещений, зданий, которые мы построим. При этом выставка должна быть доступной для каждого казахстанца.